Сами они семиты. Но это понятно, что все перепутались за эти века, невероятно, и искусство у них семитское, и архитектура у них семитская, у них собор семитский, и служба у них семитская. Что они имеют в виду? Ну, во-первых, снаружи все равно, каким бы ни был собор, он меньше впечатления производит, чем внутри. Так же, как и синагога, так же, как и мечеть. Вот этот полет души, он как... А если бы сейчас еще заиграл орган, один из десяти, которые здесь существуют, вот этот полет души состоялся бы, я вас уверяю, еще гораздо быстрее. Поэтому, конечно, важнее, чем архитектура, это свет, свет.